На стадионе «Родина» официально дан старт фестивалю ГТО. Принять участие в нем приехали студенты более чем из 20 муниципалитетов Подмосковья. В данном мероприятии сейчас проводятся практически все нормативы, которые необходимы для получения знака ГТО. Здесь принимаются все силовые упражнения, прыжки, наклоны, пресс, стрельба, подтягивание низкое, высокое и также самые беговые дистанции. Это, в принципе, полный комплекс, а также бассейн идет у нас сейчас на счет. Весь комплекс, который необходим для получения знака ГТО. Региональные этапы проходят 4 раза в год. Открытие осенней сдачи нормативов начинается с награждения победителей летнего сезона. Золотые значки ГТО получила команда Егорьевска. Задачи были нам по силам, потому что тестирование, которое у нас идет уже с 2015 года, она включает в себе действительно подготовительную площадку. То есть все школьники прошли все тесты комплекса «Готов к труду и обороны». И мы выбирали лучших. Стрельба, подтягивания, прыжки, отжимания, бег и пресс. За четким выполнением задачи следят строгие судьи. Неверное исполнение – не зачет. Сдавать нормативы ребята будут весь день, а лучшие из них смогут представлять все Подмосковье на всероссийском этапе.